Андрюхинский. Чем занимаешься? Яички. Картофанчик яички. Чистишь? Яички. Яички? Ну, яички. А что такие маленькие? Какие выросли? Или какие это нашел? Советские маленькие яички. Нашел? Вырастет. Жарить будем картофан сегодня? Варенье, да, Андрюхинский нашел сегодня. Яблочное варенье. Сходил, посмотрел и нашел, да? Ну, все изрыли уже. Изрыли. Все выровняли уже. Выровняли. Бульдозером. Закопали. Все поперекопали. Еще перекопали, чтобы на ту сторону не заезжали, чтобы в объезд не ездили. Там два кренделя каких-то прошли. Сделали все поперек, ну, чтобы ты только не брал, да? Два кренделя туда прошли. Это я пока там ходил, порядок наводил, так они сориентировались, решили пойти. Там видишь две трубы водосточные. Подача и обратка. Кипяток должен быть. Ага. Когда холода зимние начнутся, сильные холода, вода сверху будет горячее, а снизу будет прохладнее. Почему? Потому что когда кипятишь чайник, заодно берешь вот так голой рукой и не обжигаешься. Вот так. А кипящая вода находится сверху, высокая температура. Поэтому он в том месте. Это правда. Вот в том месте. Ты истину глаголишь, мой юный друг. Это не главное, главное картошечка. Вон локомотив поехал. Главное картошечка. Порожняком поехал без воды. Ну-ка заценим, что у тебя здесь получилось. Картофанчик. Ну-ка зацени свою ручку. Что за ручка у тебя такая? Оба-на! Оба-на! Вот это ручка! Вот это металлургические дела! Краски нормальные. Вот это да! Вот это дела! Маслица сюда еще, да? Ну, сюда все надо. Она у тебя съемная, да, я так понимаю, эта ручка? Ну-ка, оба она вот. Мы раньше на трудах учились, меня научили правильно, чтобы она не сгорала, не обжигаться. Вот, пожалуйста. Пожалуйста. Чтоб ручка не сгорела. Хозяйкам на заметку. Съемная ручка. Чтоб к съемной сковородке. Не сгорела эта ручка. Во. Не обжечься, пожалуйста. Во. Не обжигаемся. Догорает уже. Пачка догорает. Все догорает. Все сгорает, съемная ручка, Андрюхинский картошку готовит. Вот и стелька железная. Стелька железная. У меня сейчас прошлого зима. Она точно железная. В таких ботах, вот еще не проверенные. Если что, проверенные. Бабье лето продолжается? Ну, маленько. Маленько продолжается, тепло на улице сегодня. За 20 давит. Загораем. 26 сентября. На улице жарень стоит. Ну, хорошо. Хорошо. Картошка на солнце так и запекается. Ну, что ничего не принес? Чесночку бы что-нибудь. Огурчик зеленый. Так от меня и так чесночком пахнет. А, ты уже наелся. Я наелся чесночка наверное, уже. Сало, наверное, навкинулся. Сала нет. Свинятину, наверное, наелся. Нет, я чесночка наелся. Кто-то чесночок ест, а кто-то картошку без чесночка. Я тоже чесночка много себе. Ну, если попадется. Ты сегодня такой хозяйственный. Так я всегда, у меня руки, видишь, какие. Как заведущие руки. Милые такие руки.
ручки. Руки загребущие. Ну, у него ручки.